Да вот оно! Пятерочка. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами опять идем в фазмофобию. Я не против, если вы будете со мной играть, любой, кто из вас придет. Но пока что так мне не с кем играть, я играю один. А, что могу сказать? Из прошлых игр я вынес одно. Сейчас, подожди. Что? Все. Все работает, все отлично, все за пальца. Я вынес одно. Что, во-первых, не надо покупать много предметов и брать их с собой. Во-вторых, надо брать два благовония. И в-третьих, все. Так, мы пойдем по порядку. На профессионал. Сегодня чисто профессионал. АМП, температура и фонарь. Фонарь включаем, температуру включаем, поехали. Так, самокаты, вернее, кони, так, 6, 10, 11, 12, 13. Чего я звучу, как будто ты не видишь? Ты все видишь? 0-2, это подвал. Это что? О, доска Луиджи. 0 это вообще какая, плюсовая температура или минусовая? Он плюсовая. А что это у меня? А блокнот? Так резко, короче, вот это вот, вот это вот, страшно, капец. Чтобы не это, чтобы бежать, короче. Смотри-ка, у меня камера Parasonic 4K. Ультра HD. У меня, кстати, видео могут выходить в 4K качестве. Но они выходят пока только не в 4K. Это чё? Вот тут что-то двигалось. Нет! Не мой. АМП 5. Насчет АМП, вот. Вот информация выходит. АМП было 2, видел. Короче. Кто это у нас? Тень? Или демон? Короче, это демон и валим. Сейчас атаки сколько там? 2 или 3 подряд. Это не дело. Это тень! Блять, оно убрал. Ой, 3 фаза отхваты. Рекса прям вообще. Так, привет, Фрис. Здравствуйте, привет. Свидание. Throne flashbang. Так, ну чё выбираем? Это подвал, короче, самая левая комната. 7 градусов. 5,6. Здравствуйте. Так, нормально идем, слушай. Здесь. Да-да, и тут. Ага. Оно сказало, что оно близко. Ну и мы с ним. А чё диаген не так? А, мне он не нравится. Личная неприязнь? Да, личная неприязнь. Ой, дурак. Ну мне все равно, жопа уже. В доме не бегать. И бегать по коридорам. Ты знаешь, как на Инди проверить, диаген это или диаген? Нет, не знаю, я вообще. Включаешь радиоприемник, если диаген находится близко к тебе,
то с шансом 30% он ответит не обычной фразой, а... Ты так больше не делай, я сейчас реально испугался. Я... Где МП? Да вот оно лежит, быстрее, у меня палочка тухнет. Что ты ключи гаечные, блядь? Я не вижу, где. Да вот оно. Пятерочка. Вовремя. Где она? Где она? Где она? Это ГОСТ. ГОСТ. Не бойся, ГОСТ. Я сфоткал на 3 звезды. Прям в упор. Чекай. Снимки. Помнишь, я говорил, что написал какой грамотный запятой? Бегу. Пентаграмму ты не сфоткал, уже. Убери. Время у него пошло. А чё время-то пошло? Чё я тебе успею сказать-то? Время вышло. Какое время вышло? Я только кружку взял! Оружь! Мне нужен бильяж! Сейчас. О, огурчики! Почему я же нет. На шкаф умеешь залезать? Я тоже умею. Ой, Вася. Главное не застрять там. На пожизненно. Часть. Не, я на спинку именно. Все, давай, бери. Уже. А, предметы закинуть. А то смешной. Па-па-па-ра-пам. Та-да-та-да-та-да! У меня, кстати, тоже есть неоновые палочки дома. Записи нет. Ой, Глэк, даже на 5 минут оставить нельзя тебя. Ой, Борис, не могу! Ой-ой-ой-ой, смешно! Ой, хорошо. Давай сюда иди, чё ты спряталась, сныкалась там? Да я тут стою. Сюда иди! Ты! А вон я валяюсь. Я хотя бы еще одну эту сделаю. Дура. Напугала меня. Тварь. Сюда иди. Сейчас спущусь. Смелая такая, а как... На перил поставил. Что ты показываешь? Что надо? Друг? Прячься. Выключи фонарь! А, у тебя... Да, иди! У тебя... Вот, просто изо всех. Ну. Ровный походка такой идет. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Она бежит. Она просто уверенный поход. А, она сыпает. Спасибо. Всем пока. Раньше здесь был мат.